Роман Дженнифер Лопес и Дрейка стремительно развивается. По крайней мере, об этом сообщают друзья пары. Влюбленные увлечены друг другом и проводят все свободное время вместе. Появились слухи, что в ближайшем будущем Дрейк планирует переезд в лос-анджелесский особняк Джей Ло. Напомним, разговоры о романе музыкантов появились в начале декабря. Американские СМИ сообщают, что бизнес Виктории Бекхэм переживает не лучшие времена. Всему виной долги компании Виктория Бекхэм Лимитед, которые на данный момент составляют почти 7 миллионов фунтов. 5 февраля 2017 года – крайний срок, до которого компании надо уладить все вопросы с бумагами, в противном случае бизнес звездного семейства будет закрыт. Кирстен Данст выходит замуж. Об этом на днях написала американская пресса. Актриса получила предложение от своего коллеги по сериалу «Фарго» Джесси Племонса и ответила ему согласием. Трогательное событие произошло в день проведения престижной кинопремии «Золотой глобус». Об отношениях Кирстен Данст и Джесси Племонса стало известно в мае 2016 года. Самый громкий бракоразводный процесс 2016 года, кажется, близится к завершению. Брэд Питт и Анджелина Джоли выступили с совместным заявлением. Пара, наконец, заключила пакт о публичном ненападении друг на друга и о неразглашении деталей бракоразводного процесса. Этого давно добивался Брэд Питт, чтобы защитить детей от давления прессы. Прошлый год выдался сложным для любовных отношений Кали Дженнер и Тайги. Пара то ссорилась и расставалась, то снова мирилась. Западные источники поговаривают, что в первые дни Нового года влюбленные сыграли тайную свадьбу, на которую пригласили только самых близких, чтобы скрыть это важное событие от посторонних глаз. Официальные представители младшей Дженнер и хип-хоп-исполнители пока не дают никаких комментариев. С вами был я, Кирилл Скобелев, и вы смотрели программу Breaking News. Еще больше новостей на сайте телеканала wfc.tv.